себя. Там, кстати, моя картина «Сирень». Во время беременности я рисовала ее. Вот, пришли мы в этот МФЦ. А, что там? А время 9 мы пришли, а она, оказывается, открывается в 10. Вот. Что ты так смотришь? Пришли, смотрим, она, оказывается, во вторник работает с 10. Я думаю, блин, целый час, а мы уже замерзли. У меня уже ребенок замерз. И с другой стороны, я понимаю то, что если выпадет снег, то я в МФЦ не смогу попасть. А нам надо написать по поводу садика, написать второй номер. И если мне не дозвонится, хотя бы почту, чтобы они на почту прислали, чтобы мы точно знали. А время уже к садику как раз подходит. У нас уже последний садик осталось 104, на 104 месте. Один садик, вот, который самый такой... поближе к которому мы уже находимся. И думаю, может, там месяц, два, три, наверное, еще подождать останется. Может, до лета. Не знаю, Дима уже пойдет в садик. То есть, ну, время подходит, думаю. И так, ну, короче, пошли в ЦУМ Самару. Выходили там, ну, как всегда, там ничего особенного нету. Ходили, ходили, ходили. Целый час почти ходили, ходили. А, нашла, я там хотела купить ложечки. У меня одна, как бы, один набор ложечек есть. Я покупала еще в Отрадном, они по 80 рублей. А там они за 6 штук 1300. Я так посчитала, поделила. Получается, одна ложечка в районе 200 рублей. Представляете, одна ложка 200 рублей получается. А в Отрадном она 80 стоит. Я думаю, какая разница огромная. Ну ладно, я понимаю, 80 рублей и 100 рублей. Как бы еще это, ну еще так нормально. А когда там 213, по-моему, она получилась. И 80. Это большая цена. Вот. Еще женщина начала уговаривать, у вас что, нету друзей? Что, к вам в гости никто не ходит? Я так посчитала. Набор получается где-то в районе 5000. Я думаю, блин, да я лучше за 5000 куплю нормально. Там, полностью золотые. Да? Потом я вам покажу эту ложечку, какая у меня есть. Вот, не стала, конечно же, брать. Ну, думаю, 5000 это слишком много. 5? Да, 5000. 5. Что-то не поймешь, кого мама снимает-то, господи. Кого она снимает, не пойму. Ну, что ты, иди сюда. Не идешь? Вот, ну, короче, походили, посмотрели. А, там я еще хочу поискать, найти кастрюльки, я хочу поменять. Отложила денежку и ножи. Вот, я выбираю сейчас ножи, какие хорошие, чтобы сразу купить качественные. Пускай это будет дорого, но это будет качество. Я всегда за качество, чтобы всегда все было у меня качественно. Чего ты? Че, Дима? Дима? Дима. Где-то там вот. Вот. Ну, естественно, зашли, там магазинчик был. Работает там уже такая женщина лет 50. Еще добавок утро, все сонные такие. Я говорю, покажите мне, пожалуйста, ножи. А там так она стоит, то есть один прилавок, тут сзади нее другой прилавок, и где-то метр, наверное. Посередине стоит она. И она такая медлительная, такая медленно тянет руку, берет эти ножи, что-то стоит там так долго, потом так медленно с этими ножами разворачивается. А я стою и уже про себя думаю, побыстрее, ну побыстрее. И с другой стороны, понимаю, то, что как бы у меня время есть, как бы я могу стоять, но, блин, это нереально долго. И теперь я еще больше понимаю, почему не хотят брать на работу после 35 лет. Потому что люди просто медлительные, людям хочется посидеть, уже так полежать, уже такие, это я вот сколько хожу в последнее время по магазинам, раньше вот я не замечала, кстати. А сейчас сколько хожу по магазинам, так это вообще... Дим, не трогай. Не трогай я. Куда-нибудь там не заходишь, все медленно, да, там, да. Или уйдут там, не знаю. Вот, да? Ну, Дима, конечно, не смог высадить столько времени. Пошли на улицу, пошли, думаю, к МФЦ. Подходим, там уже большая очередь собралась. Осталось 20 минут до открытия. Плюс еще время, еще 20 минут ждать. Я думаю, блин, что делать? Пошли на губернский рынок. Мне надо было специю купить для дедули. Вот, ну, думаю, походим там хотя бы эти 20 минут, хотя бы интереснее, там столько всего продают. Посмотреть, что там продают. Везде там мясо предлагают, мясо такое-сякое, да?
Да. Купили мы специи, мешочки я потом нашла, купила. Женщины там тоже поболтали, постояли немножко. Вот, а потом подхожу, смотрю, язычок лежит там. Маленький, а язычки хочу свиные купить. Все, что-то это, не получается у меня никак. Найти их у нас что-то очень сложно. Язычок лежит, и он вроде бы такой, как бы, и не маленький, то есть он средний, но и небольшой. И я так подхожу, говорю, ой, у вас там язычок лежит, говорю, а чей это? Тишина. Я говорю, наверное, говяжий. Она как начала орать. Где вы видите говяжий? Повернитесь, вот сзади вас, это там говяжий лежит. А это не говяжий, это там, а это свиной, там как начала. Нет, вы повернитесь, прям так это. Я говорю, ладно, говорю, все понятно. Говорю, я пошла, все. Ну, я что, буду ее слушать, что ли? Она так, нет, вы повернитесь, нет, повернитесь. Посмотрите, так это начала. Прям это, отстаивает эту позицию свиного язычка. Вот, как бы не очень приятно стало, я развернулась, ушла. Ну, что, я буду выслушивать, что ли, пошла тут. Вот, ну все так погуляли с другого ряда. С одного ряда все такие злые, какие-то сонные. А с другого ряда я зашла, там тоже мясо подают. Все добрые такие, ой, подойдите, там улыбаются, такой голос, там все. Там возьмите ребеночку, там ту-ту-ту. Уже так, кстати, ну как-то так приятно. Ну, конечно, я ничего не взяла, не купила, я как бы не планировала. И, в принципе, у нас губернский рынок, он считается самым-самым дорогим. Вот, поэтому, ну, я думаю, смысл я буду там покупать. Я пойду, если мне понадобится мясо. Ну, в принципе, у нас мясо есть. Мы с Димой ходили недавно, покупали. Мне надо его тоже это, приготовить. У нас и бульончик есть, мама дала бульончик это на уху. Уху я не очень люблю, но бульончик, наверное, сегодня в обед я посмотрю. Вот, сварю, вернее. Вот. Ну и зашла там, кстати, еще в отдел посуды, кастрюльку ищу. Понравились кастрюльки, все супер, наши российские кастрюльки. А, как бы все супер, да, но ручки, за которые держать, они тонкие. Какие-то тонкие, я не знаю почему. Давай вспоминать остальных, сколько я уже прошла магазинов. У всех толстенькие ручки, хорошие, плотные. У моей другой кастрюльки, но у нее тоже как бы тонкие ручки, но они такие плотные, достаточно хорошие, видно, что они такие хорошие. А там, получается, еще тоньше ручки. И не приваренные, как бы не полностью с дыркой вот с той стороны болт. Есть такой вариант, а есть просто как не приклеенная, ну приваренная, да, вот как-то вот так. То есть это как второй вариант. Не знаю, какой брать лучше. Не люблю, когда болты внутри, там грязь забивается всякая. Ну, не знаю, я не стала брать. Я сомневалась, думаю, потом буду переживать. Думаю, надо что-то искать, я не знаю. Какой-нибудь у нас магазин, это видела я, магазин Тефаль у нас в Самаре, но он далеко находится, надо посмотреть. Ну, в любом случае, я денежку отложу, если, обычно, если я денежку на что-то откладываю, то я откладываю, я оттуда потом не беру, не трачу там на что-то, там, обычно они у меня лежат. Я так продала, помню, гладильную доску и положила это в конвертик, подписала на гладильную доску на будущее. То есть, ну, сейчас она мне не нужна, гладильная доска. Вот. Если мне надо погладить, я проще положу на стол, точно так же, так же подойду, там коврик положу какой-нибудь и поглажу, и все. Это, ну, блин, она просто мешала мне. Причем она была у меня, кстати, гладильная доска очень хорошая, качественная и очень дорогая. Но за несколько лет, сколько... Лет 5 ей, наверное, было. За 5 лет я, наверное, погладила раза 2-3. То есть, когда вот перед Зиминым рождением, во время беременности, я помню, много одежды купили, постирала, все перегладила. В надежде думала, что я буду, когда ребенок родится, я буду также стирать и гладить. Но нет, у меня так силы не хватило гладить. Я плюнула. И потом у меня еще вот это вот, когда гладишь, там какой-то аромат есть, выходит. И... Не знаю, мне очень плохо от него становится, от этого аромата. Очень себя ужасно чувствую, не могу гладить. Вот. Ну, потом этот аромат, этот запах по всей квартире. Вот, вот так вот. Потом мы, значит, пошли в МФЦ. Пришла туда. Я-то думала, я на ресепшене. Мне же только надо добавить номер телефона и почту. То есть, ну, ничего такого особенного у меня нету. Вот.
Ну, он говорит, все, в порядке очереди. Подождите, говорю, мне ждать очередь? Да. Я захожу в зал, а там, давай считать, там 20 человек. Я думаю, блин, что делать? Думаю, посылать мужу, думаю, да это когда он там еще сможет? Думаю, он все лето так и не смог дойти. Думаю, я не смогла дойти все лето. Думаю, это когда он там сможет, неизвестно когда. Ну, блин, ну ладно, думаю, начну пока стоять, думаю, если ребенок прям совсем разорется, уже, думаю, будет кричать, думаю, тогда уйдем. Ну, ничего, нормально, простояли где-то минут 30. Вот, дошла до нас очередь. Ну, женщина, конечно, очень удивилась, говорит, что? Вам надо номер написать? Я говорю, да. Ну, не дай бог, сейчас она, если мне еще скажет, а очередь целую не нужно было стоять, думаю, я тогда точно разругаюсь там со всеми. Ну, правда, опять у нее просидели долго, еще где-то полчаса. Не знаю, что она там в компьютере своем делала. У них, наверное, такие компьютеры, что они очень сильно виснут, наверное, не знаю. Ну и все. Вот такая у нас была сегодня прогулка. Пошли мы еще на рынок. Я хотела купить не брусника, или брусника, как она называется? Не помню, как называется. Возле рынка Губернского она стоит 190. А на нашем рынке 350 или 250 или 350. Не знаю, сколько мне там послышалось. Вот. Да? Пятерочку мы зашли. Я хотела шоколадку купить по акции. Свою любимую. Но их не оказалось. Зря только до рынка шли. И домой. И домофон нам же. А мы еще чай попили. Такой вкусный чай. С медом, чтобы Димочка не заболел. Не знаю, замерз он там или нет. Так-то он молчит, не говорит ничего. Сколько? О, 12 минут болтаю уже. Ну ладно, все, давайте. А то уже 12 минут болтаю с вами. Ролик получится длинный очень. Мама! Это мне надо уже... Мама! Болтать с вами, включать прямые трансляции. Мама! Трансляция как ее? Мама! Как уж ее называется? Мама! Мама! Как она называется-то? Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.